Всем привет! Привет, ребята! Сегодня я хочу затронуть тему, очень такую важную, я думаю, для всех семейных каналов, которые снимают видео с детьми. Вот смотрите, это мой канал. Но у меня в каждом видео практически присутствует ребенок. Вот мои видео. Ну, не во всех прям, но практически во всех. Вот. Где мы бываем, что мы делаем, вот, какие-то наши путешествия. Посмотрите. Вот. И что же нам делать? Мы попадаем под вот нескучный шопинг. Тут мы в Вегасе, разные развлекалочки. Вот. То есть везде, во всем, во всех видео у меня Егорка как бы, да, есть. И по новым правилам YouTube во все видео, в которых есть дети, вот, либо могут заинтересовать детей, а я думаю, мои видео могут, вот, они попадают под категорию детское видео. Что же мы имеем в итоге? В итоге, значит, мне нужно будет пометить, что видео предназначены для детей. Это раз. Значит, у меня в дальнейшем не будет подключена монетизация канала. У меня будут отключены комментарии и все прелести с этим связаны. Потому что у меня во всех видео есть ребенок. Хотя, как бы, я не делала, не думала, да, что это у меня там детский канал какой-то. Но мы попадаем под эту санкцию. Вот. Что, вот, напишите, пожалуйста, те, у кого семейные каналы, кто также вот снимает видео с детьми, что вы, как вы собираетесь делать, как вы отмечаете в настройках, предназначили ваше видео для детского просмотра или нет. Потому что я думаю, что нас ожидают проблемы в итоге, в будущем. Видите, у меня везде, практически везде у меня присутствует ребенок. Везде. Центральный детский мир. Ну, то есть мы вместе гуляли, как бы, и все это у нас. Вот. Я что думаю сделать? Лично я. Я думаю завести этот канал, оставить как есть. Естественно, я его удалять не буду. Он останется. Вот. Скажем так, если он не перспективный, он останется на память. Я сюда, конечно же, буду выкладывать какие-то видео тоже интересные, которые будут происходить у нас. Вот. Но параллельно я создам канал уже без ребенка, буду там снимать, так сказать, видео уже на взрослую аудиторию. Буду развивать канал с нуля. Напишите, что вы думаете по этому поводу, как вы будете из этой ситуации выходить. Видите, у меня парк для детей. То есть мои видео, они могут потенциально заинтересовать детей. Вот, вот мы выбираем мотошлем детский. Опять же, все для детей. Очень много видео. Кому интересно, я потом оставлю ссылочку на канал, на новый, на свой. Не знаю, как это все будет. Потому что развиваем с нуля канал. Кто хочет, ко мне присоединяйтесь. Вот. Кто не хочет, не надо. Все мы знаем, как тяжело канал, конечно, с нуля поднимать. Но что делать? Что делать? Потому что тут, я так понимаю, что ничего как бы не светит этому каналу. Видите? Так что, пожалуйста, ребята, напишите, как будете вы из этой ситуации выходить.
Что будете делать? Я, конечно, предлагаю создать новый канал «Жена, взрослую аудиторию». Ну, а это можно просто, как бы, да, для себя снимать. Все же останется на память, все равно. Все равно это все останется на память, потом будете смотреть, что-то как типа семейного архива. Обязательно напишите мне. Вот именно меня интересуют каналы, которые... которых семейные вот это вот видео с детьми совместные, где просто мелькают часто дети в ваших видео. Напишите, поделитесь, давайте обсудим, потому что на самом деле эта тема очень такая интересная для многих. Всем спасибо за просмотр. Пишите, жду ваших комментариев с нетерпением. И ссылочку потом на свой новый канал я оставлю. Либо в комментариях, либо под видео. Всем пока, всех целую.